Конфликтным ситуациям не место в сфере ЖКХ, так считают создатели обучающего проекта «Город учит город». Оплата коммунальных услуг, проведение текущего ремонта или просто замена старой батареи на новую зачастую становятся причинами нешуточных споров между жителями, управляющей компанией и местными властями. Но в некоторых ситуациях нервы тратить совсем не обязательно. Нужно просто знать свои права и уметь общаться с коммунальщиками. В этом уверена Валентина Ростовщикова, создательница проекта «Город учит город», первые семинары которого состоялись в Щелково на этой неделе. Вся нормативная база, которая создана в Российской Федерации, она застроена на защиту интересов собственников. Но можно долго писать жалобы, можно долго рассказывать и бодаться нам на каком-то моменте. Но когда мы сядем и начнем понимать друг друга, говорить на одном языке, цель одна – сделать наш город краше. Эти обучающие курсы созданы специально для председателей многоквартирных домов, чтобы объяснить жителям, как действовать в сложных ситуациях и у кого именно просить помощи. Они разберутся в конструкциях домах и получат некоторую психологическую, социально-психологическую поддержку, а как правильно проводить совещания, собрания и как правильно задавать вопросы администрации и другим организациям. Но это не значит, что учиться правильно строить отношения должны только жители. Сотрудники муниципальных предприятий, работники администрации и управляющих компаний также должны уметь грамотно вести диалог, ведь иногда именно неверные действия и недостаточно грамотные ответы на просьбы жителей могут стать причиной конфликта. Поэтому на специальные занятия ходят и сотрудники коммунальных предприятий. Например, на встрече, которая прошла в среду, они стали участниками семинара по психологии общения и в качестве примера смогли смоделировать достаточно конфликтное мероприятие – собрание жителей многоквартирного дома. В конце у нас пройдет такая вот деловая игра, тренинг, да, где мы проведем именно собрание. Да. Тема еще пока, так сказать, не определена, но она в итоге будет близка нашим жителям, близка, то есть такая какая-нибудь острая проблема, которую сможем отыграть именно в тренинге. Активно поддерживает проект и администрация Щелковского района. По мнению местных властей, очень важно объяснить жителям то, как устроена система ЖКХ и кто регулирует цены на услуги. На обучающих семинарах будет рассказано о проблемах ЖКХ, о серьезных вопросах по тарифам, о работе с населением, чтобы население понимало, за что они будут платить. Сейчас проект проходит на территории всей Московской области. В него входит 130 часов лекций и семинаров. А после окончания курса каждый ученик должен будет написать своеобразную дипломную работу, чтобы окончательно закрепить полученные знания. К слову сказать, запись на семинары еще открыта, так что любой председатель многоквартирного дома может записаться на занятия в администрации Щелковского района и абсолютно бесплатно узнать о системе ЖКХ все самое необходимое. Мария Смирнова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».